Так, здорово, дружище. Меня зовут Саша, это на канале Князь. Вот так вот бывают в жизни. О, божечки, за месяц выходит второе видео по битве замков, потому ты должен взять все средства поудобней. Поддержать все это дело лайком, если, конечно же, ты хочешь вообще видеть на этом канале видосы, во-первых, и тем более видосы по БЗ, друзья. Ладно, ладно, не суть, ребятушки. Короче, это у нас пельмени, это у нас, к сожалению, наверное, даже к счастью, последнее видео про господина пельменя. Или про пельмени. Не суть. Просто уже как бы пора бы! Пора бы это все дело закончить. Я сразу скажу, что это самый сильный аккаунт из трех моих твинков, твинков. Ну, по крайней мере, когда я их развивал. То есть это у нас был тунец, потом у нас было яйцо, теперь пельмени. Вот пельмень у нас продержался, не знаю, как по времени, дольше, не дольше. Но то, что он был самым таким прокачанным аккаунтом в моих ручонках, это факт. Но, опять же, это не мои заслуги, это заслуги Светы и Эльвары, за что ей большое спасибо, она следила за аккаунтом. И сейчас что мы сделаем? Сегодня у нас есть 10 тысяч самоцветов, у нас есть до сих пор не прокачанная Динамо, там у Светы руки чесались, но так Динамо как бы не прокачала, потому что я говорил, что я сам прокачаю на видосе отдельно. И у нас еще нужно закончить как бы рубрику касаемо дурки. Голодная игра окончена. Да, ребятушки, кто не знает, у нас тут, скажем так, у нас тут было соревнование. У нас тут было соревнование тех ребят, кто там играет без доната, проходит все локации, вот это вот все, битва замков, и по сути остались самые ребята сильные. Жопанюхи. Короче, я так понимаю, у нас несколько победителей, или два, или три буквально, это Буми, Жопанюх, жди. Я боюсь сейчас каких-то ребят не упомянуть, но по сути, да, у нас тут... Смотри, жопанюх. Тут парень, короче, заморочился. Плюс 100-500 твинков замутил. Короче, ну, жопанюх у нас точно победитель. Вот. Как я понимаю, еще Буми. Ну, а пельмени... Пельмени — это пельмень, короче. У нас тут были голодные игры, и вот ребята продержались. Уже многие слились, уже все, как бы. Но вот ребята держались до последнего. Потом сегодня на стриме, если вдруг кого-то не упомянул, мне там кинут инфо, об этом всем расскажу на стриме. Да, сегодня еще стрим по битве замков. Короче, ребят, с вас большой лайк, не знаю, подписка. Для тех, кому важны эти пельмени, яйца, тунцы, пожалуйста. Вот, также нахерачьте много лайков, если вам будет интересно. То есть я увижу какую-то от вас реакцию в плане лайков и так далее. Может быть, я не обещаю, будет еще один твинг. Да, еще один аккаунт, который мы начнем с нуля. Но я не обещаю. В зависимости от вашей реакции, интересно вам это, не интересно. И вообще, есть ли смысл или нет. Ну что, начнем. Я на самом деле уже давно не был на этом аккаунте. Им заведовала Света. Ну какие мы можем подвести итоги? У нас нету проблем, скажем так, с эпическими героями. У нас появился Динамо, которого по идее, сейчас бы прокачать. Но проблема заключается в том, что я в душе не трахаю. Я в душе не трахаю, ребята. Вот. Какой ему талант сейчас ставить? Вообще надо было бы посмотреть вообще. Вообще, что-то мне не хватает. Ну что, у нас есть КГшки вообще? КГшек у нас 225 тысяч. Ну давай, ну, КГшек хватит. Короче, как-то мы его прокачаем. Я думал отдельное видео записывать еще туда-сюда. Но по факту, да, это бездонатный аккаунт, ребят, не забываем. На нем есть Динамо. Но, как бы, если что, уже Света перекачает. Я не знаю, что с этим аккаунтом будет. Я его не разыгрываю, я с ним ничего не делаю. Я его просто оставляю Свете, тому человеку, который за этим аккаунтом непосредственно и следил. Дальше. Смотри, мы сейчас наймем это вот говно. Так. Че я туплю-то, а? Ну, давай вот этих вот замутим. А, это уже 200 тысяч, подожди. Давай так, не знаю. Просто Динамо тоже, ну смотри, как бы, да, вроде классно, вроде на бездонатном аккаунте. А с другой стороны, типа, ты ничего не можешь сделать, потому что у тебя, грубо говоря,
первая эволюция, и все. Иди гуляй, Вася. Блять, нам не хватило. Нам не хватило его взять и прокачать до конца. Блять, ладно, говно. Слушай, это последний день аккаунта. Чё я парюсь? Вот так вот, 140 тысяч, иди сюда. А вот. И мы, короче, берем. У нас сегодня еще роллинг будет, не знаю, ништяки. Вот. Все, ребята. Все, вот у меня слезы на глаза наворачиваются. Не знаю, блин, что делать. Пиздец. Печалечка, беда. К нам подошла из-за угла. Пиздатый голос у меня. Да. А ладно, Назаре, мы ему качнули. Я уже забыл вообще, как это все делается. Давай, ну, типа, наверное, ему надо прокачать левел. И у нас сейчас сила прокачается. Может быть, но вряд ли. Мы добьем до 400 тысяч силы. И у нас, по сути, пельмень закончит свое существование. Ну, в плане Ютуба. В плане Ютуба он у нас закончит свое существование с 400 тысячами сил. У нас золото закончилось. Войти. О, у нас золото есть. Вот так вот. Просто изи. Изи, чё? Сколько у нас? 300? А, нет, я думаю, мы добьем 400 тысяч силы. Вообще по красоте будет. Давай усовершенствуем. Улучшить навык, добавить опыт и просто вот так вот делаем. Все замечательно. Дальше. Смотри, что тут еще есть? Блядь, талант. Я не помню, какой я даже талант мне наставил. Твою же дивизию. А, смотри, эволюционировать. А все, нет повторок. И хер ты что сделаешь, понимаете? Вот поэтому вроде как бы и радость. Вроде бы как бы и радость, да? Потому что вот Динамо без, ну, типа, на бездонатном аккаунте. А с другой стороны, у нас маны нету. Короче, мы не будем затягивать видео, не буду его. Там уже Света, короче, докачает. Подожди, судьбу давай качнем. Ага. Угу. Угу. Подожди, мне две штуки надо. Чё я парюсь? Давай, две штуки. Есть. Да, нет, 1000 силы я не качну. Купить. Давай, улучшаем. Бездонатный аккаунт. Короче, у нас сегодня супер роспиздосовское видео. А может быть, докачаем ему просвет, не знаю. Эволюционировать, судьба. Судьбинушка, смотри, вот все заканчивается. Золото, да, вот с золотом проблем нету, как бы вообще от слова совсем. Так, ну, тем не менее, ну да. Тут смысла уже покупать нету, я даже на 20-е перевестись. А, нет, могу. А что я парюсь, да, я же тут могу использовать вот эти штуки. Я уже и забыл. Есть, все. Смотри, идем дальше и не останавливаемся. Меня, может, сейчас Света убьет нахер, скажет, нахер ты потратил вот эту всю херобору. Давай. А хотя, блин, последний день. Последнее видео. Давай, гуляй. А, все, у нас судьба закончилась. Ну, там судьба прибавится, если ему сейчас 700 не хватает. Нет, давай 400 сделаем, нафармлю сейчас маны, прокачаем ему просвет. Так, короче, я запарюсь тут сидеть, это дымить и докачивать это дело до конца. Потому что я хочу конкретно сделать 400 тысяч силы. Потому что мы сейчас и как мутим. Во-первых, давай... Нахожу его. А что-нибудь, не знаю. Слушай, я не помню. Я реально не помню, что на него ставил. И мне даже не хочется сейчас его умения читать. Что-то ставил. А увеличивает здоровье на 20. Крит сопротивление каждые 5 секунд. Уменьшает лежечение. Блядь, а вообще похуй. Вот так вот, давай. Хотя, блядь, нет, неплохо поменять. Каждые 5 секунд уменьшает здоровье на 20%. Хотя, давай. Просто... Да, Ильвара, прости. А вот так вот, а? Как вам такое? Так, эмблема. Смотри, у нас 829 силы.
Сейчас мы вот так вот качаем, качаем. И маны не хватает. А, вот, смотри, чуть-чуть осталось. Просто чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Я уже самоцветы трачу. Ты ёпер, ты театр. Так, что вы там рассказываете? Как у вас дела? Да, мне нужны ваши комментарии для продвижения видео. Говорю сразу честно. Так что там не стесняйтесь. Пишите. Я сейчас перед тем, как это видео опубликовать, я еще проставлю каждому комментарию лайк, который вы оставляли под предыдущим видео. Вот. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, и под стримами не забывайте комментарии оставлять. Это тоже, наверное, поможет. Короче, ребят, нужна от вас просто невероятнейшая активность. А дальше. Что тут у нас? А, вот так вот. Это не поменять. А, да и не сюда. Я уже туплю. Как там? Эмблема. Вот, давай сюда заходим. Бац. 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 О! Опа! Ай, я такой думал, сейчас ровно 400 тысяч будет, а тут нет. 406! Подожди, да, я ладно, заскриню. Заскриню. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Окей. Ровно 400, ясно. А далее, что у нас еще осталось по этому аккаунту? Ништяки, наверное, да? Войти в ваши подарки. Открываем последний раз здесь ништяки. Может быть, если этот аккаунт еще будет каким-то образом развиваться, может быть, ну, когда-нибудь вы его увидите на обзор. Не знаю, ребят, не знаю, честно скажу. Ну, вот, ну посмотрим. Посмотрим, так. О, вот тут выпали штуки, за которые мы отдавали эти очки, не почет, а... Короче, неважно, я забыл, как эти очки называются. Я чувствую, сегодня будет веселый стрим. А, да, и сегодня, считай, будет последняя битва гильдии на этом аккаунте. Так, и сейчас что-нибудь там раскидаем динамо и посмотрим... А, у нас тут места заполнены. Стой. А, у нас там чего-то по максимуму, да? Ага, ага. Ясно. О, ремка седьмая выпала. Так, тут у нас что? Тут у нас чего? Тут у нас как? И тут чего? Здесь долгое видео получается. Нам еще роли с героев. Твою ж дивизию-то, а? Вот это что у нас? Вот тебе божечки, значки почета. О-ля-ля. Так, вот эта штука. Тут есть, а у меня на основном аккаунте нету. Ясно. Мы уже даже что-то открыть не можем, потому что что-то там уже по максимуму превысило, понимаете? По максимуму, скажем так, ладно. Ладно. Так, давай открываем. Сейчас посмотрим еще, что Динамо может. Что он может, что он может. Все что угодно. Пара-пара-папа-пара-па-пара-па-па. Так. Давай ему тут какую-нибудь эмблему поставим, блядь. Увеличивает атаку и скорость атаки, надо восстанавливать здоровье. О! А, нельзя ставить просвет. Да, блядь, не достигло 80. Ага. Ему просвет нужен тогда. А у меня просвет там, а что у меня тогда? Бля, ну ему вообще было бы прикольно, да, чашу вампира туда? Хуяк. Хуяк, хуяк. Слушай, вообще пофигу. Вот так вот. О, тут можем прокачать. Ясно. А дальше. Дальше мы ему там что-то качнули. Эволюционировать, аугментировать мы не можем. Управление рунами. Это не то. Сюда даже перейти не можем. Ясно. Судьба. Судьба сделана. Ну и давай сейчас герой. И мы сейчас поставим сюда Динамо. Просто без, ну, без эволюции. И посмотрим, что он там один может сделать. У нас как раз удачно нету как его смотрителя. Ну вот он пошел, плевать он хотел на космо. Но при этом половина хп ему сняли. Он там, смотри. Вот ему бы чашу вампира восьмую. Смотри, живет. Мразота, а? Жил, по крайней мере. Ладно, давай дальше найти противника. Ну тут как я не знаю. Ну типа... Окей, ну да, можно там на здоровье, типа там собрать еще что-то. Но, блин, ты нихера не можешь сделать. Потому что нету эволюции. Ну и вот у нас слабые противники в рейде. Туда, походу. Угу. Но я как бы не спамил ничего.
Не, ну что-то он ковыряется, ну а с другой стороны, хули толку. Не знаю, пишите ваше мнение по поводу Динамо на бездонатных аккаунтах. Даже посмотрим, вот сколько, типа, накопилось с того времени, когда я Динамо открывал. 11 осколков накопилось. Ну, то есть, вы понимаете, там, через годик, возможно, если повезет, то мы возьмем тогда и, соответственно, сможем сделать первую эволюцию для Динамо. Хотя через год, думаю, их там по 20 штук уже бесплатно будут раздать. Ну что, у нас 10 тысяч самоцветов, заходим в судьбу. Смотрим, каких героев у нас не хватает. Может быть, как бы они и есть, просто не раскрыты, да? Розалинда, Фанатик, Мастер... О, Мастер Рун может выпасть. Это донатные. Зефирика, да, кстати, нету. Зефирика нету. Леди Божество. Ой, фигня, Шаман, Циклоп. Алхимик, Огнекрыл. Извиняюсь, Огнекрыла нету. Извиняюсь за то, что я зевнул. Многие из вас теперь за меня тоже зевнут. Так. Давай, уже переходим к эпикам. У нас тут эпиков. Орфей, Леди Вудхаус, Вермильон, Дикарка, Галантный Андроид, Инквизитор, Звездный Боксер, Ракшаса. Вот те божечки, а у нас всего лишь 10 тысяч самоцветов. А, да. Да. Ну и чё? Призывательница. Вроде она даже была недостающая. Ну, уже, грубо говоря, один герой эпически выпал за десятку. Половину из этой десятки мы по факту потратили. У нас остается уже меньше 10 тысяч самов. И я не знаю... Опа-па, Секач! Ну, с Секачем тут на этом аккаунте вот что-что. С Секачем проблем нет, потому что он чуть ли там не второй эволюция. Призрачный всадник. И последний раз по 400 и 150. И 37 самоцветов осталось, и я хер... Хер его знает, как я сегодня буду проходить битву гильдии. Тем не менее, это последнее видео по пельменю. Да, извиняюсь, что оно такое ни о чем. Ну, какой ютубер такое видео? Те, кто следили с первых дней, если вы есть, вот, где-то здесь вы смотрите меня. Вы следили с первого дня за пельменем. Спасибо вам огромнейшее. Да и просто ребятам, которые иногда заходили смотреть, там, ставили что-то, лайки, не лайки, просматривали, тоже огромнейшее спасибо. Свете огромнейшее спасибо. Потому что если бы не она, эта рубрика закончилась бы намного раньше. А, гильдии Дурка спасибо за эту невероятную гонку. А, кому еще спасибо? Всем спасибо. Надо Путину спасибо, ёпта, там, не знаю, Зеленскому спасибо. Всем. Всем, короче, спасибо, в рот их ебал. Ладно, ну, я про Путина и Зеленского. Короче, не суть. Ну ладно, я вас просто бачу на комментарии. Так, что еще? Что еще? И сегодня будет стрим. Не последний, надеюсь. Но в последний раз я буду проходить битву гильдии на пельмени. И сейчас спасибо всем, кто поставил лайки, оставил комментарий, подписался. Всех люблю, целую. Не забываем проверять колокольчики, чтобы вам приходили уведомления. Всем пока, друзья. Press to F для пельменя. Чао.